на 45 компаний резидента. Общий объем заявленных инвестиций 143 миллиарда рублей. Освоено 92 миллиарда. И создано 5,5 тысяч рабочих мест. Я думаю, перейдем сразу к проекту. Кормотех, организация производства рыбы. Мария Николаевна Андреева, к сожалению, сейчас руководителя проекта нет, вместе с остальными. Он родился Иван Михаил Анатольевич. Компания лицензиарная зависимость. Специально существует три лицензиара, которые мы рассматриваем. Немного о компании «Кормотех» хочу рассказать, откуда здесь что мы взялись. Компания планировалась как совместная СПС с компанией «Лукойл» и компанией «Хансман» менее 2 лет назад в связи с ответственными событиями. Но компания «Кормотех» осталась, так как Марина Ивановна Гибрид нужен в стране, есть проект. Вот руководитель проекта Семенов Михаил Анатольевич очень много переговоров, и что самое главное, я думаю, уже производимые продукции, то есть предварительный договор. У нас есть рынок сбыта, производство планируется 40 тысяч тонн, соответственно, 35 тысяч тонн. Это там, вот совместное предприятие с «Лукойлом» и с «Хансманом».